Привет тебе, хозяйка, местечка нет, хозяйка, такая жизнь, хозяйка, в пути живем. В огне я дрался долго, у берега на Волге. Как началась война, я, конечно, не помню. Мне 5 лет исполнилось в мае. Но запомнился один эпизод, когда присутствовал папа. Лица его не помню. Но помню только розовую рубашку с маленькими звездочками. И момент, когда мы с сестрой младшую Алю учили ходить. Он сидел за столом и улыбался. Для меня война началась в тот момент, когда пришли в дом финны и стали нас выселять. Нам не разрешилось брать с собой ничего, только то, что было на себе. Мама несла на руках младшую сестру, завернутую в одеяло. Она закутала нас в большие платки шерстяные, раньше называли их цыганскими. На руках я и Нина несли по кукле, то есть были такие большие куклы, гутоперчивые. Брат и сестра несли какие-то продукты, но финны у нас отобрали. И продукты отобрали, и отобрали кукол. Нас повезли в Петрозаводск на машинах через Онежское озеро в лагерь. Лагерь размещался на промышленной улице. В два ряда была колючая проволока по углам, вышки и часовые с автоматами. Для нас выделили угол в большой комнате, где было уже полно народу. Началась лагерная, трудная, голодная жизнь. И я всегда вспоминала тот момент, когда нас выселяли, и мама отнесла сковородку с жареной картошкой на плиту. И я думала, вот съела бы я эту картошку, я бы сейчас не хотела кушать. Ну, в общем-то, потери были, конечно, трудные времена. Людей поубавилось в лагере, но вот момент, когда освобождали Петрозаводск, этот день, он мне хорошо запомнился. 28 июня 44 года. Рано утром я стояла у колючей проволоки вместе с другими ребятами. Мимо по Вытегорскому шоссе шли финские солдаты ровными рядами, чеканя шаг. И когда ушли последние солдаты, я вернулась в барак. Было кругом тихо. Я вошла в свою комнату, где мы проживали 7 человек, наша семья. Была страшно удивлена. Где все? Почему никого нет? В это время прибежала тетушка взволнованно со словами: «Бежим встречать папу!» И мы с ней побежали. Я 8-летняя, еле успевала за молодой женщиной. Я уже видела, как подходили корабли к берегу. И оказалась на горящей пристани. Когда уходили финны, они взорвали пристань. Тетушку я уже не видела. Я видела только, как на берег все больше и больше прибывало народу, и все стремились попасть на пристань, поближе к кораблям. Я стояла на бревне, огонь подбирался к моим ногам, с двух сторон была вода, настила уже не было. Гарь, сажа разъедали мои глаза, я кулаками растерла их, размазывала слезы по лицу и сажу. Но каким-то путем я оказалась на берегу, кто-то меня вывел. Дорогу назад я не знала. И целый день я ходила за толпой. В городе было 7 лагерей. И как только люди почувствовали свободу, все высыпали в город. Город пришел в движение. Кто куда бежал. Ну, а я оказалась к вечеру уже на площади Ленина. Это я потом узнала. Где проходил митинг в честь освобождения Петрозаводска. И когда стали поднимать флаг, и я рядом увидела знакомую девушку, я стала туда пробираться.
Ну, и, в общем-то, вероятно, кого-то я нашла, но я вернулась домой. Когда я пришла домой, никто меня не спросил, где я ходила целый день. Все были в недоумении, как младшие сестры, одной 4, в другой 6 лет, тоже ушли из лагеря. Они побывали в госпитале бывшем финском, набрали себе пузырьков, принесли мину домой, и мама понесла эту мину сдавать, искать, вероятно, солдат. Вот так закончился этот день. Жизнь потихоньку налаживалась у нас. Мама уже работала, младших я водила в садик. Осенью должна была пойти в первый класс, но приказом свыше маму отправили восстанавливать колхоз в деревню, где до войны она была счетоводом, папа был председателем. И мы вернулись на большом пароходе колесном. Рано утром пароход причалил к берегу, мы вышли, мама подвела нас к могиле и сказала, к ограде могилы, и сказала, здесь похоронен ваш дедушка Симеонов Мирон Егорович. Сама пошла в сторожку попросить нас перевести в деревню. Деревня встретила нас очень уныло, заросшая травой. Дома пришли в негодность. И мы оказались в собственном холодном, голодном, неприветливом доме. Ну, в общем-то, я уже пошла в первый класс с сестрой и братом. Училась в Жаренковской школе. Нас шла война, поэтому нас немножко подкармливали в Жареньково. Немножко дальше мы проходили мимо деревни. Там была столовая, нас кормили кашей, сваренной на воде из муки овса или ржаной. И 45-й год, 9 мая, мы тоже там встретили. И когда мы туда пришли на завтрак, нам сказали, окончилась война с Германией. Позже я узнала, что были сброшены листовки. Ну, конечно, было всем весело, мы не учились, а вот когда окончилась окончательно война, ведь Япония объявила войну России, а солдаты, те, которые воевали, уже направлялись на восток, я этот момент не помню. Но запомнила младшая сестра. Мы шли из школы и кричали, война кончилась, война кончилась. А она вместе с дедушкой выкапывала картошку, которую успели мы посадить весной. Из глазков очисток.